Ребят, извините, что отвлекаю. А можно вас на одну секунду? А какой вопрос? Просто там кое-что сказать вам надо. На одну секунду. Ну, вы встречаетесь, да? Да, это мой парень. На одну секунду можно буквально? Да, вас? Конечно. Ничего страшного. Минутку, я сейчас поговорю с ней и верну тебе. Ой, прости, пожалуйста. Привет. Смотри, короче, такая ситуация. В этой машине в чёрном сидит очень влиятельный человек, шейх. Ты ему очень, короче, понравилась. Ну, и... у меня как бы парень есть. Давно вместе? Нет, недавно. Меня просто бросил первый муж, и вот он мне помогает с ребенком. А, то есть это твой ребенок, да? Да. Смотри, такая ситуация, что ты очень ему понравилась, и как бы надо, чтобы ты с ним сегодня уехала, либо, я не знаю, как-нибудь мы договоримся. Что-то. Забавная просьба, но я вынуждена отказать. Ну, смотри, мы можем тебе предложить, там, я не знаю, денег. Нет. Постой здесь секунду, не уходи, ладно, никуда? Хорошо. Сейхджан, дай денег. Дурсари. Дурсари, ляв. Мукичарочек, алёр. Ничкачка, ми... Эрика, ляв. Ничего, узуме, сака. Все, узуме, бампуха, узуме, сатэйнан, кэли. А? Да, туртога, шут, лазэлло. Поняла, не проблема. Тут у меня в руках около 400 тысяч рублей. Это все может оказаться твоим, если ты просто как бы оставишь своего молодого человека, да? Просто сядешь в машину к нам и с шейхом уедешь. Нет. Деньги это не для меня. Вообще никак? Нет. Ну что-то же можно придумать, я думаю. Не знаю, в этом мире же все как бы продается, не продается. Такие моменты. Ну, за деньги точно нет. А что тогда? Что мы можем тебе предложить? В наших возможностях все. А на какое время надо? Ну, я думаю, на сутки где-то. Ну, мне нравятся спортивные машины. Спортивные машины? Да. Я понял. Сейчас, одну секунду, подойдешь. Шейхджан, нас мы спортивные машины, я музыка, ковель печи. Ничего не как печь. Хагану цабайте сами банканы, брат, чем это цесть. Здесь пора векал, спортивные машины. А, съемки на тьма. Да, все. Туэль Кубар, веса сэм? Ам, стекай на оценке с дворовой улицей к Пого Сибиря. Все, лав. Смотри, буквально через 15 минут подъедет машина спортивная. Но я не знаю, как ты молодого человека своего оставишь или что. Просто я, просто... наверное, просто попрошу ребенка домой отвезти и скажу, что вам нужна помощь. И приеду чуть попозже. Думаешь, ну нормально, да, все будет? Я разберусь, да. Все, он позвонил сейчас, твоя машина подъедет скоро. Хорошо. Буквально минут 15. Я думаю, что, я не знаю, может, ты к нему подойдешь, мы попозже подъедем, либо тут просто постоим, поговорим, но я думаю, если мы 15 минут будем разговаривать, он суету какую-то поймает. Да, я лучше присяду. Присядешь? Да. Ну давай. Максимушка. Стой. Девушка, извините, а можно вас еще на одну минуту? Да, смысл еще на минуту. Сейчас буквально минута. Я просто объясню, где ребятам покушать, они не местные. Да, сейчас. Сейчас минуту прям. Смотри, вот, собственно, машина твоя. Угу. Нравится тебе? Ну да, красивая. А сколько стоит? Очень дорого стоит. А вот это наш шейх. Здравствуйте. Который это все для тебя сделал. Что он сказал? Он сказал, что ты очень красивая, и эта Спасибо. Машина для тебя. Да? Можешь посмотреть, да, если Могу все я? Нравится, то да, и поехать с нами. А как тебе? Да, найс, ах, чего берут галиса. Инка чичогу море, саха, это ракалмеда. Ага. Зима? Нравится тебе, он спрашивает? Да, это прям... Все хорошо, да? Да, да, да. Ключи в машине, все в машине. В целом все. Вот. Я не знаю, что он говорит, но подожди, да. Подожди, подожди. Что это пацан подходит? Я сейчас могу ребенка отвезти, я через пару часов подъеду. Куда ты подъедешь? Я хочу ребята место показать, где покушать. А, ты что, дурная, что ли? С твоим ребенком сейчас буду здесь это гулять. Это наш, несмотря на то, что он от первого мужа. Тебе сложно? Нет, давай сейчас мне вот это не надо здесь. Я что? Подъеду через пару часов. Вы кто такие вообще? Ты можешь со мной знакомая, поговорить? Что я такое? Говорю, все хорошо.
то все хорошо. На, возьми своего ребенка, сама отвози платье надо, понятно, да? Я попросила тебе сложно? А вы что? Ничего, ничего. Что вы, все нормально, ничего не происходит. Ничего не происходит, все нормально. Ну что вы делаете? Давайте я скажу тогда, что здесь случилось. Братец, ты красавчик, а ты сама знай, кто ты. Эта тачка твоя, кайфуй, братуха, ты молодец. Да. А она тебе не нужна. Смотрите, брат, ребят, сделай выводы. Мы снимали социальный эксперимент, вон снимает камера, вон вторая камера. Это была проверка. Ты красавчик, эта машина тебе, можешь садиться. И мы сейчас поедем тусить. Сейчас да. Поедем, да. Серьезно, твоя машина. Мы договаривались не так. Все. Нет, нет, теперь закрыта. Договариваемся. Твоя так. Машина, садись. С тобой нельзя садись. Договариваться. Ой, Саид. Парень, брат. Саид, поехали. Саид за нами.